Надо бы ограничить ее походы на свалку. И откуда у нее волосы, чтобы делать разные прически? Жуть. Ничего, это я не смотрела. С дороги, придур... Ой, привет, Тесса! О, нет. Еще один. Выглядит странно и ненормально. Отвали! Наверняка это ты чудила виновата. Никогда раньше не видела этот знак. Может, сделаем вскрытие и проверим? Что-то нашли? Ты не в курсе, что это фуражка пилота? Я был пилотом? Офигеть! Это что, я разбил корабль? Космопилот. Моя предыстория. Говоря о полетах к Земле. А, точно. Убийство всех людей. Это, морально? Люди отправили тебя без ретранслятора и переписали твою память в кашу. Если они заметают следы, значит, переговоры их не устроят. С моей мамой тоже не сильно хотели договариваться. А может, вы пропустили переговоры? Люди запрограммировали нас решать проблемы. А где доказательства вашей предыстории, в которой ваш род так удобно оказался бедным и невинным? Кто-то же давал приказы, Джей? Раз не компания через ретранслятор, то кто и как? Хватит усложнять мой план убийства. Но просто почините ее, потому что, упс, это же, как видим, угроза безопасности. Но у тебя есть... Ладдербот 5000. Прошу, хотя бы свет оставьте. Мистер Дверной Мастер, ваша дочь часто отсутствует. Да, у нее стадия убить всех людей, прямо как я в молодости. Твердо решила и так далее. Говоря о ее поведении... Конечно, конечно, не по годам развитая, популярная, невероятно хорошо понимает двери. Все пошла в своего старика. Узи, сядь нормально. Отвали! Узи, верни Брейди его сознание. Отвали!
простите! Я во всем виноват, а еще я дурак. Узи, для этого задания партнер обязателен. Было несколько желающих, чтобы вы знали. Нет, неправда, ты странная. Но главное, отвалите! Да, ей бывает трудно влиться в коллектив. Есть опасения, что, возможно, ее программа слегка повреждена. Как она ведет себя дома? Прошу прощения. Ну да, она слегка своеобразна, но повреждена. Возможно, ей не уделяют достаточно времени, но... Мистер дверной мастер, сэр, у нас было происшествие. Ай, я потею! Кто это запрограммировал? Все хорошо, Узи? Хорошо. Да лучше, чем обычно. Я есть бог! Привет, Тед. Спасибо. Само собой, Зи. НМС? Вы ведь мне жизнь спасли. Вряд ли колония серьезно относится ко всей этой теме с изгнанием. Похоже, они сбиты с толку, учитывая... То, что я слишком крута, чтобы вернуться в общество? Я никогда не вернусь. Учитывая недавнее исчезновение и труп твоего друга-убийцы. Когда я пытался взять твой пистолет, мне показалось, что он уползал. Ну, можем и вернуться на чуть-чуть. Ладдербот 5000? Мы тебя обыскались! Привет, Тим. Составишь компанию? Составить компанию и жутко стоять на месте в подозрительно низком качестве? Да. Ладно. Убедительно отыгрываешь, я. Больше играешь, лучше выходит. Да, мы те еще монстры. С возвращением, Тед. Стоп. Она разве не наказана? О, изгнана! Неужели мой папа говорит, что я наказана? А это робот геноцида? О, ладно. Только обещай, что больше так не будешь. Проходите уже, глупышки. Так, а где Хан? Ведь картина здесь не из лучших. На родительском собрании? Видимо, его дочь намного важнее, чем постройка двери в этом коридоре. Такой кринж. Фу, да. Так, ладно, дай передохнуть, чуть не стошнило. Все хорошо? Да, хорошо. Скоро спрашивать. Нашли что-нибудь похожее на зацепки? Что с отпечатками пальцев? Вы же не считаете, что дело в моем воспитании? Да я всего раз оставил ее умирать. Похоже, ей просто скучно на ваших уроках, а остальные дети — отстой. Еще раз назовете ее поврежденной, и я ставлю дверь вам в лицо. А где твои предки? Дед, I watched them die. Да я пошутила, дурочка! Эта девушка же... Просто красотка, правда? Пощупай ее. А у вас такое часто происходит? Нет, я очень обеспокоен, но и в то же время... до милости напуган. Эй, Зи! А что это? Эй,
Это не твой особый глаз. Не называй его так! Идеальный вычислитель? Перезагрузка? Это как-то связано с тем, как ты отрастил свою голову? Я активно избегаю разговоров об этом. Новую материю из воздуха не создашь. Если рана достаточно серьезная, этот вычислитель может сделать автозапуск некой программы сбора новой... Чёртов сюрикен! Все хорошо. Хватит спрашивать! Достаем руки бензопилы? Да, круто, круто. Да, и привет всем! Это я, Тед! Назовите любое место. Я услышал зубной кабинет. Я Тед в зубном кабинете. Приходите со своими... зубами. Предсказуемо ужасная работа, Джей. Почему ты выглядишь так... Отлично! Ты отлично выглядишь, Джей. Нет, нет, ребят, подождите, это правда я. И это что, чёртов сюрикен? Вы снова меня спасли! Спасибо! Вы супер приглашены ко мне на вечеринку на выходных. Только для крутых. Мы все равно будем заняты. Так что пофиг плевать. Что с голосом, Джей? О, Джей здесь нет. Мы пытаемся починить этого носителя согласно программе. Так вы все же программа? Скорее, это вы, наши милые игрушки. Это так грустно, что ты не помнишь нас. Энн? Откуда у нее лицо мамы? Проще поглотить, чем объяснять. Ни за что. Ладно, но это плохой выбор. Тогда нам придется вас шокировать. Эй, постой! Прощай, папа. Легкий вскрик. Узи, стреляй! Или дай мне! Босс, файт. Рычание. Узи, все хорошо! Нет! Обманули дурака. Какая ты дура. Не грусти, это еще не все. Пора ко мне в рот. Прошу перестать. Мне еще нужны руки. Крадусь прочь. Подкрадываюсь. Ай. 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 Что? Что вы такое?
Уизи. Что ты здесь делал? Красотка, правда? Пощупай ее. А! Господи, ну прости меня, дверной призрак, бунтовщик. Расслабься. Так, ненавижу твой характер, но это даже хуже. За что мне это наказание?